Всем привет! Сегодня будем готовить малосольные огурчики по очень быстрому и простому рецепту. В этом видео я поделюсь с вами своим секретом хрустящих огурцов. Приятного просмотра! Для приготовления нам понадобится 1 кг свежих огурцов небольшого размера, несколько веточек укропа с зонтиком, 3 столовые ложки соли каменной, 3-4 листика лаврушки, 1,5 литра минеральной сильно газированной воды, чеснок 10-12 зубчиков и небольшой кусочек острого перца. Точное количество всех ингредиентов смотрите в описании под видео. Прежде чем солить огурцы, их надо правильно подготовить. В этом и будет заключаться первая часть секрета приготовления хрустящих огурцов. Огурцы складываю в миску подходящего размера. Огурчики я предварительно промыла под холодной водой проточной, а теперь заливаю хорошо охлажденной водой из холодильника. Обязательно вода должна быть холодная. Я ставлю на ночь. Отфильтрованную воду поставила в холодильник и охладила хорошо. Если у вас есть колодезная или родниковая вода, можно залить ею. Обязательно вода должна быть холодной. Вот так вот хорошо их туда утапливаем. И теперь миску с замоченными огурцами ставим в холодильник не менее чем на 3 часа. Прошло 3 часа. Достаем наши огурчики из холодильника. За это время они успели напитаться влагой хорошо, недостающей. Также ушла из них горечь и, может, какие-то вещества нехорошие, которые накопились за время выращивания. И вот именно для этих целей мы замачивали их в водичке. Я так делаю всегда, даже когда салаты делаю, когда солю, мариную, обязательно замачиваю в холодной воде, не меньше, чем на 3 часа. Тогда огурчики будут хрустящими и наполненными, не будут пустыми в середине. Теперь будем обрезать кончики в огурчика. Лишнее сейчас я так уберу, чтобы не мешали. Берем огурчик и обрезаем его с двух сторон крайчики. Часть огурчиков мы просто обрежем хвостики, а часть порежем на небольшие кусочки. Это для того, чтобы они быстрее промариновались. Если вам не к спеху, можете оставлять все огурцы целыми. Часть огурцов я обрезала просто крайчики и несколько штучек порежу на небольшие кусочки. Вот такими шайбочками, примерно по 2-3 сантиметра толщиной. Вот такие кусочки. Они быстрее промаринуются, мы их сверху покладем. Те будут целенькие, дольше солиться, а эти можно уже через сутки кушать. Огурчики мы порезали, чесночок тоже я почистила и буду его нарезать пластиночками. Берем зубчики вот так вот тоненькими пластиночками поперек зубчика. Также нарежем перчик. Я буду резать совсем небольшой кусочек. Резать буду прямо с семечками. Так острее будет. Если вы не любите слишком острые, семечки можно удалить. Ну, так, я думаю, будет достаточно. Теперь берем емкость подходящего размера. У меня такой лоточек с крышечкой. На 3 литра емкостью. Как раз подходит на килограмм огурцов. Вот такой вот лоточек пластмассовый. И крышечка, чтобы потом закрыть хорошо.
берем укроп. У меня укроп с зонтиком. Если у вас нету с зонтиком укропа, можно взять зеленый укроп и купить семена укропа. В пачечках продают такие. Вот так вот ломаем его на кусочки и укладываем на дно емкости. Сверху теперь выкладываем рядочками огурчики. Те целенькие, которые у нас не разрезаны. Поскольку мы их будем позже всего доставать потом, поэтому мы их покладем в самый низ. Выложили рядочек, засыпали чесночка немножко, перчика, лавровый листочек, так я разламываю, чтобы он лучше отдавал запах. Дальше опять веточку укропа. Такая же процедура. Ломаем, раскладываем сверху. И опять огурчики. Здесь уже можно порезанные добавить. И опять чесночок. Перчик, лавровый листочек, опять немножко укропа. В общем, перекладываем так слоями все. Оставшиеся огурчики. Закрываем это все опять укропом. И раскладываем оставшийся чеснок, перчик и лавровый листочек. Вот такая красота у нас получилась. Теперь будем делать рассол. Убираем немножко огурчики в сторону. Берем водичку минеральную, холодную. Видите, аж запотела такая с холодильника бутылка. Берем какую-нибудь емкость. У меня такой кувшинчик небольшой. Можно взять стаканчик, чашечку, все что угодно, чтобы развести сок. Открываем водичку и наливаем немножко. Ну, грамм, может, 100-150. Остальное пока закручиваем. Отставляем в сторонку ее. А в эту, что мы налили, водичку, берем и добавляем 3 столовые ложки соли. Такие, горку не надо сильно большую делать. Вот так, без горочки, 3 столовых ложки соли. 2. И 3. Соль обычная, каменная, без всяких добавок. И хорошо размешиваем, чтобы все кристаллики растворились. Ну вот, вся соль уже растворилась. Ни одного кристаллика не видно. Теперь будем заливать наши огурчики. Заливать я их буду сразу с двух рук. В одну руку я беру кувшинчик с солью растворенной. В другую минеральную воду, оставшуюся в бутылке. И вот так это будет выглядеть. Лью сразу из кувшинчика, из бутылки. И там это все смешается. Как раз у меня вот в 3-литровый лоточек влазит 1,5 литра воды. Если у вас меньше уйдет воды, то надо и соли меньше брать. На 1,5 литра 3 столовых ложки. Если будет литр у вас, значит 2 столовых ложки берите. Вода, напоминаю, обязательно должна быть сильно газированная и холодная. Это такой вот второй небольшой секретик хрустящих огурцов.
Теперь накрываем их крышкой и оставляем при комнатной температуре ровно на сутки. А через сутки будем пробовать. Прошло 24 часа ровно. Сейчас будем снимать пробу. Достаем разрезанный огурчик. Вот такой он уже красивый в разрезе. Видно, что уже промалосолился. Сейчас будем пробовать. Проверять, так сказать, на хрусткость. Какая вкуснятина! Невероятно вкусно и очень ароматно. Порезанные огурчики, скажу я вам, получились просто изумительными. Сейчас посмотрим, какой целенький. Ну вот, собственно, и целый уже практически готов. На завтра будет даже целый огурчик, то, что надо. Вот и все. Самые быстрые малосольные огурчики на минералке готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.